И я получил твою записку. И все мы в сборе. Я очень благодарен вам, господа. А вы почтем за честь участвовать в столь благородном деле. В театре камерная сцена премьера. На сцене «Метель» по повести Александра Пушкина. Развивая мотив судьбы и предопределения в жизни человека, автор в повести создает образы заурядных людей и показывает, как причудливо может сложиться жизнь, если вмешается необъяснимый рок. Все театры страны ставят Пушкина. Естественно, что очень многие театры ставят повести Белкина, ставят «Метель». Сотни вариантов «Метели» показывают зрителям в стране. У нас свой вариант будет «Метели». Вот мы постарались эту поэзию передать. Получится или нет, скажет зрителя. Но нам бы хотелось, чтобы вот этот поэтический момент в спектакле был прочувствован зрителем. Повесть «Метель» была написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830 году. Это время принято считать золотой порой его творчества. В историю оно вошло под названием «Болдинская осень». «Метель» стала последним произведением из цикла повести покойного Ивана Петровича Белкина. Постановка включает в себя элементы фэнтези, ее изюминкой стало световое шоу. Несмотря на то, что постановок «Метели» Пушкина достаточно много, данный спектакль интересен для нас, ну, с точки зрения чиновников, можно так сказать, с технической точки зрения. Но это лично мое мнение. Потому что в 2023 году в театр «Камерная сцена» в рамках проекта «Нацпроект культура» было поставлено новое звуковое и световое оборудование. Для работы в данном спектакле приглашен специалист по свету. То есть это специалист из Москвы, который обучил персонал по свету работать с новым оборудованием. И у меня очень большие ожидания на этот счет. Посмотрим, что это будет. Билеты на спектакль «Метель» можно будет приобрести по пушкинской карте. Августина Охременко, Сергей Баскин. События.